Юлия Высоцкая – не только успешная и востребованная актриса, но и обладательница стройной фигуры, которой могут позавидовать многие молодые девушки. Вот и в этот раз звезда российского кинематографа решила продемонстрировать стройные ноги на своей странице в соцсети Instagram и опубликовала фотографию, где она предстала в белом пальто и коротком красном платье под ним. Образ 45-летняя Высоцкая завершила открытыми босоножками. Фото было сделано на репетиции спектакля в итальянском Неаполе. Осталось 8 часов, с 3 по 15 апреля на сцене театра Меркаданти в Неаполе будем играть спектакль, подписала снимок Юлия. Большинство поклонников сразу отметили хрупкую фигуру любимой актрисы. Однако мнения интернет-пользователей насчет того, недостаток это или достоинство, разделились в комментариях. Некоторые подписчики забеспокоились о чрезмерной худобе Высоцкой. Красотка, какие ножки! Да, ножки чудо как хороши и изящны, очень худая. Зачем? Такая худая, все готовит, готовит, а сама ничего не ест, какие худые у вас ноги. Как? Что делать, чтоб ноги и колени были худыми? Юля, вы вообще кушаете? Написали поклонники в комментариях. Напомним, ранее своей чрезмерной худобой интернет-пользователей напугали телеведущая Алла Михеева и певица Наталья Подольская. В сети считают, что девушкам надо поправляться.